Особое внимание в нашем районе уделяется совершенствованию системы образования. Строительство принципиально новой по своему проекту школы, которая ведется в Северном парке, призвано способствовать решению важнейшей задачи – переводу школьного обучения в одну смену. Участие Славянского района в федеральной программе позволило воплотить самые смелые мечты в жизнь. Ход строительства идет под неусыпным контролем районной администрации. И посещение этого объекта депутатами Совета Славянского района совсем не случайно. Экскурсия по школе началась с рассказа заместителя главы Славянского района по социальным вопросам Виталия Титаренко, который подробно проинформировал народных избранников обо всех плюсах нового учебного заведения. Школа рассчитана на 825 мест. В четырех соединенных между собой блоках будет размещено 55 учебных кабинетов. Будут сооружены футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола и оборудована большая игровая зона. Освещение территории, водоотведение и отопление здания собственной котельной – все это будет сделано на высшем уровне. Затем депутаты вошли на стройку и им последовательно показали все основные помещения, в которых полным ходом идут отделочные работы. Впечатления самые положительные. Таких школ в наше время не было. Даже наши дети еще не ходили в такую школу. Но надеюсь, что внуки будут ходить в такую школу. Замечательная школа. Можно назвать ее школой будущего? Да, я думаю, что можно назвать ее школой будущего. Продумано очень все хорошо, замечательно, особенно для малышей. И для работников школы. Строящаяся школа, когда она вступит в строй, создаст для учащихся прекрасные возможности для развития. Директор школы новостройки с оптимизмом смотрит в будущее. Для нашего района это очень выигрышный вариант, потому что рассчитано на большое количество детей и плюс еще современное оснащение школы, которое сейчас готовится к приобретению. Самый грамотный и умный подрядчик всегда для объекта для детей готовит продуманно, серьезно и качественно, потому что это наши дети, они наше будущее. Как мы для них какие условия создадим, так они будут в дальнейшем учиться и создавать условия для нас. Необходимость в новой школе назрела давно, и для того, чтобы это строительство было возможным, много стараний приложили наши районные власти. И вот теперь школа, о которой можно было только мечтать, строится полным ходом. Мы сегодня посетили грандиозную, великолепную новую строящуюся школу, в которой будет учиться, мои уже, будем говорить, внуки. Школа современная, светлая. Я очень рад. Я горжусь, что в нашем городе появится такая школа. Это большое достижение нашей администрации, депутатского совета. Хочется пожелать, чтобы детки там получили знания, чтобы был набран хороший педагогический коллектив. Работа на этом важном объекте идет. Строители должны уложиться в намеченные сроки, обеспечить высокое качество отделки и сделать все, чтобы начало будущего учебного года эта школа встретила в числе действующих. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».